Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. Около месяца назад Игорь Николаев с семьей улетел в США. В Майами живет его старшая дочь от первого брака, Юлия. Девушка работает в сфере медицины, а в свободное время увлекается верховой ездой. Этому навыку она решила обучить и свою сводную сестренку, младшую дочь музыканта Веронику. Прошлой осенью девочке исполнилось 5 лет. В своем инстаграм Игорь Николаев разместил кадры, на которых трогательно поцеловал старшую дочь в знак благодарности за ее доброе дело. Спасибо старшей дочке Юле за то, что нашла время и возможность для тренировок и сделала свое хобби любимым занятием Вероники, написал Николаев. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. И помните, мы ценим чужое мнение.